Еще одна попытка войти в зону. Лайпциг получит шайбу от Майе. Быстренько через лицевой. И снова Майе. А Дронов будет бросать сегодня? Будет. Ну, так отбрасывается. О, она в ворота полетела. Полетела в ворота, но выбивает ее оттуда Дронов. Так что... Никогда не думал, что пустые ворота тоже могут повесить табличку «Занято». Видимо, Кошкину ее оставил. Для Налимова. А Налимов уже для всех остальных.